Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Друзі, вітаю. Сьогодні 20 січня, субота, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Цвітоном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Є проблема у росіян, пане Романе, на їхній території, тому що нафтобаза, яка горіла, досі горить. Це вже друга доба пішла. Ми говоримо про Курську область, і от ця нафтобаза, яку вчора влучали, от кадри вечірні, досі вони не можуть її загасити. Чи то нові влучання, чи справді потужно так влучили, що не можна підійти і ліквідувати пожежу? Я чуть уточню. Брянская область, Клинцы, это Брянская область, был хороший удар вчера. Загорелось 4 цистерны, которые, естественно, никто тушить не будет, пока не прогорят. Сегодня ночью был повторный удар по этой горящей уже хорошей цели, подсвеченной своим внутренним пламенем, так сказать. И, естественно, пока не выгорит вся эта база. База там очень большая, в районе Клинцов, Климова, там мы говорили, аэродром рядом, бывший аэродром. Это большой такой центр российских вооруженных сил. И, естественно, там эта база, она была запитана на поддержку топливом именно военных частей. Это одна из основных целей. Такого рода нефти, вернее, топливные терминалы, топливные хранилища – одна из основных целей наших дальних средств поражения. Причем задача должна стоять уничтожение где-то на глубину до 500 километров топливных терминалов, топливных хранилищ, все, что связано с топливом. Топливо – это кровь армии, естественно, уничтожив топливо на глубину в 500 километров, армия просто остановится, тем более российская, она… У нее потребление очень большое топливных смесей, потому одна из первых задач, мы ее выполняем. Единственное, хотелось бы увеличение количества такого рода хорошо выполненных задач. Отработало Главное управление разведки Министерства обороны, будановцы, хлопцы, молодцы. Разведали, доразведали, уточнились, выполнили боевую задачу, а потом еще и контрольным, так сказать, прибили. Эту базу, я думаю, на ближайшее время эксплуатироваться уже не будет. Ну, власне, чому я згадав Курск? Тому що є в нас відео з Курську, також є потужні прильоти. По відео, по звуках, пане Романе, чути, що є вибухи і детонація. Давайте послухаємо. Ну, це от точно це є приліт, це точно не збиття по звуку, те, що я так розумію. Україна граничит с 5 російськими областями. Ну, пока еще російськими, а так в реалії, конечно, это будущее народної республіки. Брянська народна республіка, Курська народна республіка, Белгородська, Воронежська і Ростовські народні республіки. От ми з ними з 5 граничим. Естественно, на глубину где-то в 150, ну, примерно 150 км это беспилотники под прямым управлением с ретрансляторами могут выполнять боевые задачи. В эту глубину пока, по крайней мере, сейчас видно, что наша спецслужба, в основном Главное управление разведки, служба безопасности, выполняет боевые задачи. Основные боевые задачи, мы уже сказали, это топливные терминалы, хотя на эту глубину расположены несколько аэродромов, которые нужно точно брать под огневой контроль. Опять же, прямыми, то есть под прямым управлением. Есть просто два типа управления беспилотными летательными аппаратами. Либо прямое управление, это когда оператор управляет дроном, непосредственно наблюдая за целью и выбирая цель, направляя беспилотник по объекту. И второе, это либо использование любых других систем наведения, в основном инерциальные, с коррекцией по GPS-навигации. То есть в этом случае, конечно, беспилотник может идти на дальность его максимального боевого радиуса. В основном у нас сейчас беспилотники доходят до дальности 500-700 километров. Это видно было по бобрам, которые на Москву заходили в свое время. То есть вот эта дальность 500-600 километров основная. Скорее всего, все, что дальше, там, допустим, в 1000-1500 километров, да и вообще вглубь России, это, скорее всего, беспилотники, которые запускаются с территории России. Ну, это так оптимально
смысла нет беспилотнику идти там 1500 километров, если можно ту же операцию провести более меньшим беспилотником, но с под прямым управлением, с дальности там нескольких километров или десятков километров от объекта, выполнить боевую задачу. Просто проще получается зайти в группой на территорию России, либо использовать скрытых агентов на территории России, партизанские отряды, ставить определенные задачи силам сопротивления, национального сопротивления, их там достаточно сейчас в России, выполнять и такого рода мероприятия. То есть мы видим сейчас как раз такую широкую, начало широкой работы в этом году, она должна быть дать свой результат. Это не сразу скажется. То есть даже уничтожение полностью вот этой Клинцовской базы, ну, россияне перебросят рядом там с Брянской или откуда-то рядом с еще баз, перебросят топливо, запитают технику для того, чтобы эффект дала такого рода деятельность. Это должен быть накопительный эффект, то есть поэтапное уничтожение топливных терминалов и дальше дойти до дальности хотя бы в 500 километров. Вот где-то до Волги нам надо добраться, до любой бочки российской, в которой могут сохранить топливо. Пане Романе, якщо говорити далі по півночі, наш керманич на цьому напрямку, Наєв каже наступне, що росіяни тримають 22 тисячі військ на цьому напрямку, і вони переозброюють на нове і сучасне якесь озброєння. Наскільки це серйозно, 22 тисячі на північному напрямку? Наші генерали всі на своїх містах контролюють ситуацію. Генерал Залужний, Шаптала, Наєв, Тарнавський, Сирський. Тобто генералітет в українському вооружених силах доволі-таки толковий, професіонали. Воюють як мінімум літ 10 всі. Тобто всі 10 літ знаходяться в цій бойовій обстановці. Тому контроль в тому числі деяких направлений сейчас не критичных, но он все равно есть, и подготовка, а это правильный подход любого командира. То есть всегда готовятся к определенным самым худшим вариантам. Вот один из худших вариантов просчитывает генерал Наев, естественно, там пытается как-то донести до общественности, до политического руководства некоторую угрозу. Но опять же, угроза, она сейчас на данный момент, она точечная. 22 тысячи российских войск не принесут каких-то стратегических проблем. Но они есть. Раз они есть, значит, надо готовить границу, из границы создавать линию обороны, лучше полнопрофильную, то есть та, которая в свое время тот же генерал Наев ее создавал на том же Донбассе, вот она до сих пор стоит. То есть вот примерно такого уровня. Нам нужна вся граница с россиянами. 5 народных республик России, на которые эта империя распадется, они тоже могут быть вначале не совсем дружественны. То есть придется как-то все эти вопросы еще решать. И лучше их решать за таким серьезным железобетонным забором, а еще с линией обеспечения километров 5 минных полей. Вот то, чем как раз генерал Наев сейчас и занимается на северо-востоке. Якщо говорити про лінію оборони, то Естонія, Литва і Латвія підписали договір, що вони будуть будувати лінію, власне, оборони на кордоні з Росією та Білорусією. І от сама лише Естонія каже, що вони побудують 600 бункерів. Наскільки це доцільно і потрібно, пане Романе? Ну, надо как минимум по 3 опорника на километр. То есть, исходя, если нас сейчас эстонцы слушают, берите сразу наш опыт. Именно вот такой подход удерживает линию обороны на Донбассе. То есть, 3 серьезных опорника на километр фронта должно быть. Ну, там 300 метров, 350, 400 в зависимости. Ну, где-то в среднем 3 серьезных укрепрайона на километр. Ну, а дальше... Дальше, исходя из возможностей. Я не думаю, что надо отстраивать такую серьезную систему обороны от Беларуси. Лучше планировать как раз освобождение Беларуси от российского оккупационного режима, которым сейчас управляет в Беларуси Лукашенко. Вот это лучше спланировать, чем отделяться от Беларуси. А вот от России надо однозначно эту линию обороны, вот ту, которую Наев строит у нас, такая же самая линия обороны должна быть в Эстонии, такая же линия должна быть в Финляндии. И тогда загонять это террористическое
российскую террористическую популяцию загонять в такой санкционный концлагерь, как угодно там можно назвать, либо Лепрозорий, наверное, лучше будет, потому что концлагерем это они там сами уже его сделали, эту территорию, а их просто в Лепрозорий санкционный, не выпускать их, не запускать к себе, не давать возможности у себя размножаться. Тех, кто уже успели заскочить в Европу, надо спаковать и вернуть обратно. А если не берут европейские паспорта, не хотят становиться европейцами, остаются с российскими паспортами, значит, и жить должны в России, возвращать их обратно, причем пачками, согласно европейского законодательства, депортация, и забывать за эту проблему. Причем туда забрасывать их за эту линию обороны. И вот эстонцы сейчас молодцы, они начали вопрос этот решать, но именно для них там большая проблема, у них граница с Россией серьезная. То есть для Литвы и Латвии чуть попроще, у них там в основном граница с Беларусью. Пане Романе, і МАГАТЕ місія б'є на сполох, каже, що росіяни знову замінували Запорізьку атомну електростанцію. Пригадуємо, що не могли потрапити експерти, представники МАГАТЕ, тепер вони потрапили і кажуть, що росіяни знову встановили міни по периметру станції. Йдеться про буферну зону між внутрішнім та зовнішнім огорожами об'єкта, яка була розмінована в 23-му році. Тобто знову вони мінують ЗАЕС. Ну, россияне тоже ж, у них появляются иногда искры военного сознания, так сказать, и логики иногда, прогностических способностей. Понятно, зимой никто, так сказать, освобождать станцию не будет, а весной, естественно, эти моменты будут прорабатываться нашим военным командованием вплоть до освобождения станции напрямую, то есть прямыми десантами. И россияне сейчас пытаются ее как-то обезопасить. Да, действительно, по периметру они опять все проминировали. Но это с точки зрения военной, это логичный ход и правильное решение с военной точки зрения. Вопрос безопасности ядерной, но это как раз МАГАТЭ. Вот МАГАТЭ пусть разбирается. Они там любят в засос целоваться с Путиным, пусть вот поцелуются, может быть, какой-то новичок на губах останется. То есть вопрос участия МАГАТЭ в судьбе атомных станций, ну, он понятен с точки зрения задач, но абсолютно не виден с точки зрения каких-то действий как таковых. Если бы МАГАТЭ захотела убрать россиян с территории Запорожской атомной станции, они уже 300 раз это сделали, остановите контракт, остановите допуски российского атома на строящиеся станции в Турции, в Акую, 4 реактора запускают, в Венгрии, в Пакште, Пакш-2, 2 реактора запускают. Как бабка пошепчет, там ни одного российского солдата не останется, ни одной мины не останется, это миллиарды долларов потеряет Росатом, если остановить эти контракты. Потому здесь сейчас МАГАТЭ чуть так информационного тумана напускает на какую-то свою бездеятельность. Если бы хотели, уже давно бы вопрос этот решили. Пане Романе, в Європейському Союзі їхній представник з питань внутрішнього ринку і промисловості, такий собі Т'єрі Бреттон, каже, що в 24-му році Європа, Європейський Союз хочуть виготовити 1,4 мільйони снарядів, і левова частка має піти Україні. Як ви вважаєте, чи готовий військово-промисловий комплекс Євросоюзу виготовити 1,5 мільйона снарядів? Це небольшая проблема. Ну, Росія производить мільйони снарядів, Северная Корея производить мільйони снарядів, погоду, якщо считать. В год где-то так и есть. То есть, ну вот Россия больше 2 миллионов производит, они до 7 тысяч в сутки производят. То есть, по большому счету, в миллион-полтора миллиона снарядов для европейской промышленности это вообще квартальное производство могло бы быть. Вопрос в финансировании, запуске, постановке задачи. Еще нет полного восприятия действительности и надобности, по крайней мере, в достаточном количестве. Это все-таки дополнительные производства, линии, выделение финансов, пока Европа еще до этого не доходит. Ну, то, что там 1,5 миллиона произвести, им это не проблема, это точно не проблема, и они их произведут после того, особенно как в прошлом году опростоволосились с запуском, немножко не рассчитали силы. Тем более, это одно дело Европа, в конце концов,
В мире снарядов 155-х производится, ну, миллионы в месяц. Не так все плохо, как думают. Дело в том, что производят снаряды и Южная Корея довольно-таки в серьезных количествах. Япония, то есть страны Дальнего Востока, Ближний Восток производят эти снаряды. Страны Африки некоторые производят, не говоря уже об американском производстве. То есть, по большому счету, если будет стоять задача, 155-й снаряд можно найти, но только это ж не панацея. Понятно, он нужен в достаточных количествах, хотя он нужен в достаточных количествах, если мы все-таки в этом году как-то планируем выполнять боевые задачи методами прошлого тысячелетия. А если в это тысячелетие смотреть, так нужны ракеты и нужны авиационные бомбы, авиационная компонента, дальние средства поражения. Что такое снаряд 155-й? Ну, летит он на 15 километров за линию фронта. Дальность 25-30 километров общая, полная, но батареи ж не стоят на линии фронта, они в глубине тыла находятся. То есть вот это радиус, максимальный радиус 155-го снаряда. Надо переводить уже механизмы в производство и в работу дальними средствами поражения. В ракеты, уровень ракет и типа тех же атакамсов в достаточном количестве, и не надо будет снарядов 155-х производить. Потому здесь надо смотреть на целесообразность некоторых моментов. Это мы воюем луками и стрелами, потому лук и стрелы сейчас как-то запрашиваем или видим в них на проблему. А реально не проблема, а то, что надо ставить задачу на новые технологии, на беспилотные средства поражения, там же за беспилотники неоднократно говорили. Ну а реально это ракеты, причем ракеты с дальностью где-то под 100 километров, РСЗО 100-120 километровые РСЗО. Вот Атакамс это и есть, вот ракета М-39, это вот 100-мильная ракета, которая идет. А реальные, допустим, РСЗО ракеты М-26, у нее дальность до 45 километров. Увеличивать дальность и выполнять боевую задачу на глубину. У нас глубина реальная, вернее, потребность в ракетах РСЗУ есть с дальностями до 100 километров. То есть вот примерно, ну, если по советским меркам старым, это смерч. Вот смерч шел 70-100 километров в зависимости от модификации. Вот такого рода нужна в достаточном количестве, ну, нужны ракеты. Лучше бы их начали производить. Причем это ракеты могут быть неуправляемые. То есть это НУРСы, так называемые. Неуправляемый реактивный снаряд. По большому счету это труба. Труба с порохом, головка с боевой частью. И больше ничего не нужно. Главное направить в одну сторону. На 100 километров, да, КВО большое, площадь накрывать можно. То есть те аэродромы, которые в свое время «Хаймерсами» накрывали ракеты М-39, вернее, «Атакамсами», ну да, «Атакамсами» с «Хаймерс», накрывали, можно было накрыть серьезным смерчем, даже с «Ольхой» неуправляемой. Дешевая ракета, их надо ставить на поток и просто засыпать россиян с площадями. Единственное, надо просто эту парадигму передвинуть в эту сторону. Пане Романе, якщо говорити про готовність Заходу протистояти з Росією, от ми пригадували, що Нідерланди, Шведи, їхнє керівництво військове закликало готуватися цивільне населення до можливої війни з Україною, з Росією. Так от в НАТО тепер от закликають Роб Бауер, їхній командувач, цивільних на Заході готуватися до тотальної війни з Росією. От наскільки серйозно всій Європі усвідомити і чи варто всім цивільним справді бути готовим до нападу Росії, гібридного нападу або прямого протистояння? Ну, немножко непонятно, когда гражданское общество начинает пододвигать каким-то апокалиптическим сценарием. Почему? Потому что, ну, гибридный заход россиян в Европу, ну, для чего гражданскому обществу с ними бороться? Это, наоборот, это толкать их на совершение преступления. Зачем? Есть правоохранительная система, которая может спаковать всех этих россиян и вернуть их обратно. Но для этого есть силовые органы правопорядка, для этого есть службы безопасности, миграционные службы, которые решат этот вопрос, сколько там этих россиян, ну пусть там несколько сотен тысяч, даже если и заехало, депортировать их обратно можно за несколько месяцев и забыть за эту проблему. То есть по поводу гибридной войны.
Война масштабная, именно масштабного уровня, так как сейчас россияне такую, какую ведут на территории Украины, она, возможно, стала только из-за того, что украинская армия, украинская военно-политическое руководство за 30 лет не было готово вести войны, серьезные войны этого тысячелетия. Ну вот не будут, допустим, поляки или там немцы, да даже страны Балтии, они не будут на своей территории вести войну, они ее просто не допустят. Почему? Потому что, ну, сожгут в первые несколько часов Москву. Вот просто сожгут ее, есть чем. Ведь же вопрос в том, что есть чем. Достаточное количество дальних средств поражения, да, да даже простых томагавков, их тысячи томагавков, они из Москвы сделают Бахмут или Марьинку просто-напросто. Некому будет принимать решение. Я не думаю, что если будут сожгут Москву, то оставят Рублевку. Вот, скорее всего, с Рублевки-то и начнут. И потому не будет принимать, некому будет принимать решение выполнять какие-то задачи, топтаться где-то на чужой территории. Это сейчас так делается. А вот эти все топтания на территории, это вот мы почему топчемся? Потому что у нас нет средств поражения. Если бы были, они бы россияне даже не напали. Они же нападают именно вот так, как они напали на нас широкомасштабно, только понимая на 100%, что у нас нечем ударить по той же Москве. То есть ответить нечем. А еще и связали руки, непонятно как, нашим сопляжуям политическим, которые не давали команду работать по российской территории. 2 года не работали практически, боялись там. Серьезно, сейчас только начали как-то более-менее масштабно работать, и то большой вопрос, слишком мало беспилотников летит по России, должны гореть все и вся на глубину в 500 километров, это как минимум. То есть подход неправильный, создавать надо профессиональную армию с дальними средствами поражения, не допустить, не призывать общество готовиться встречать российские войска у себя на территории, нет. Надо готовиться не допустить российские войска на свою территорию. Их надо уничтожать на российской территории. А еще на подходе, причем на дальнем подходе к российской территории. Это неправильный, вообще неправильный месседж, ставящий с ног на голову вообще концепцию безопасности как таковой. Где-то возникла безопасность вашему гражданскому населению, так вы должны ее уничтожить там, где она возникла. А не допустить ее на свою территорию, а потом рассказывать в ООН, ай-яй-яй, у нас там сотни тысяч человек погибли, дайте нам что-то, что давать, а зачем вы тогда нужны? Потому здесь вопрос к этим Бауэрам и вообще к людям, иногда военным, европейцам тоже и американцам, которые вот такие месседжи забрасывают. Значит, вы не готовы, если гражданское общество включаете к обороне, значит, вы как военные не готовы выполнить боевые задачи. В этот вопрос поднимайте и требуйте от гражданского общества, от политиков выделение средств как раз на боевые средства поражения для выполнения задач недопущения противника на свою территорию. Пане Романе, і от заступник міністра оборони Гаврилюк каже наступне, що росіян потрібно після війни позбавити ядерної зброї. Він каже, що усі війни завершуються столом переговорів, і очевидно, що тут теж буде стіл переговорів, де з одного боку будуть країни-союзники України, країни НАТО, Європейський Союз, з іншого боку буде Росія, і в договір потрібно буде внести роззброєння. Взагалі, як можна собі уявляти, і чи є якісь процедури, які гарантують позбавлення Росії ядерної зброї? Гнать надо в три шеи этого человека, который предлагает какие-то переговоры и видит какие-то вообще договоры с Россией. Почему гнать? Значит, он не понимает, что если Россия сохранится в том виде, в котором она сейчас есть в качестве империи, они придут еще раз. Через 3, через 5, через 10 лет воевать будут наши внуки, наши правнуки, и пока будет Российская империя, она будет угрожать Украине, и задача у нее будет уничтожить украинцев и украинское государство. Об этом даже этот полоумный Медведев сказал, это уже понятно, это уже во всеуслышание было сказано. То есть это у них основная задача уничтожения Украины. Потому этого человека гнать в три шеи, раз он не понимает основную задачу нашу. Нам надо развалить Российскую империю. Если мы ее разваливаем, какие переговоры? С кем переговоры? Есть сейчас переговоры? Есть у кого-нибудь в голове мысль переговариваться с Советским Союзом? Почему? Да его нет. Вот надо доводить состояние задач
на будущее как раз до вот этих развала Российской империи. Никаких переговоров, априори переговоров не может быть з несуществующим государством. Пане Романе, і наш товариш, наш союзник Бен Ходжес, так, колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі, каже наступне, що 24 рік може бути вирішальним. Він наводить, наприклад, що так, є проблема з постачанням зброї Україні, тому що її і затягують, і не в тих обсягах, яких потрібно. Але також каже, що війна триває вже 10 років, і за 10 років Росія, яка декларувала стільки потужностей і стільки намагань, нічого не виконує. І загалом наразі під контролем Росії перебуває лише 18% території України. І він каже, що може бути переломним цей рік. Ну і CNN каже, що в 25-му році Збройні Сили України можуть піти в наступальні атаки. Ну, наступать ми будемо продовжувати. Ми виконуємо деякі наступальні дії і зараз, і доволі таки успішно. Тобто і тактичного рівня, і є оперативні определені наработки. Тобто 24-й рік – це теж год наступления, летняя кампания, она будет планироваться как наступательная. Все будет зависеть от количества поставленного вооружения, сил, средств подготовленных. Но однозначно это будет наступательная кампания по некоторым направлениям. Исходя из того, что этот год все-таки выборный в Соединенных Штатах, естественно, для США будет очень важно, особенно той команды, которая сейчас руководит Белым домом, показать победу. То есть, причем, понятно, полная победа, полный разгром российской армии из-за того, что в прошлом году мы не получили самолетов. Он уже невозможен, но победа точно нужна. Дело в том, что ну, без этих нескольких там, процентов, которые даст победа тому же Байдену, он не может рассчитывать на победу. А значит, будут делать все, чтобы у нас была хотя бы одна локальная победа. Для нас важно как раз начать это все, начать наши определенные движения в этом направлении с Крыма. Потому я так думаю, что все-таки этот год будет годом Крыма. Разными средствами поражения. Это может быть не наземная кампания, это может быть авиационная кампания, допустим, ракетного уровня, то есть дальние средства будут работать. Но вот эта победа под осень однозначно нужна Белому дому, значит, они сделают все, чтобы она была. Как мы этим воспользуемся, как мы разложим направление, ну, направление удара и движения, это уже будет зависеть от замысла главкома, от работы генштаба, ну, естественно, от наших усилий по выполнению этой задачи. А 25-й год – это уже однозначно, если в этом году мы решим вопрос по Крыму, то 25-й год он будет уже таким победоносным. Мы сможем выйти на госграницу, освободив их в Донбасс в том числе. Здесь Бен Ходжес однозначно прав. Пане Романе, і от навчання натівські навчання, які вони будуть проводити, вони будуть найпотужнішими, наймасштабнішими з часу Холодної війни. Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Росія це хоче подати як провокацію з боку Альянсу. Наскільки загалом ви вважаєте, що Російська Федерація готова протистояти у будь-яких виглядах з НАТО? Ну, на даний момент точно ні. Кстати, чому і Лукашенко почав, м'яко скажемо, мандражувати, розуміє, що ті 90 тисяч натовських військ, які зараз будуть проводити учения, а это рядом с границей Беларуси. И примерно представляя, как россияне, примерно те же 90 тысяч, проводя в Беларуси в 21-22 году учения, потом двинулись на Киев, Лукашенко ж на себя это сразу перекладывает. А что мешает 90 тысяч натовским военным после боевого слаживания на учениях развернуться и освободить Беларусь от оккупационного российского режима. Тем более, первое, есть правительство Белоруссии, которое признали западные страны, оно находится в странах Балтии. Есть войска белорусские, вот тот же полк Калиновского, который у нас воюет. То есть, по большому счету, правительство Белоруссии с воинами Белоруссии могут призвать натовских друзей помочь освободить Беларусь от оккупации. И ничего не противопоставит ни лукашенковская армия, там несколько десятков тысяч
несчастных, которые попадут под каток натовского удара. Естественно, россияне, они ж не бросят Украину в этом смысле, оккупированную часть, не побегут Беларусь спасать. Лукашенко это четко понимает, и китайцы не долетят быстро. Они начнут, конечно, топтаться в Пекине, там они у них шаги такие тысячелетние, потому через тысячу лет там китайцы, может быть, Беларуси когда-то и помогут, а сейчас только поддержат звонками, максимум пришлют какой-нибудь подарок с пагодой, не более того. А вот у Лукашенко большая проблема, потому ни в коем случае нечем россиянам сейчас противостоять натовским действиям каким-то. Ну и такие учения, они такие показательные, это ж такие серьезные учения за последние несколько десятков лет рядом с территорией Беларуси и России. Тем более рядом с Калининградской, Кенигсбергом, Калининградской областью. Освободить Кенигсберг от оккупационного российского режима хватит, ну, где-то пару дней. И его там просто не будет, потому что вокруг Кенигсберга, вокруг Калининградской области со всех сторон натовские страны. То есть это такой эксклав внутри натовского региона, натовской площади, и потому этот вопрос могут решить очень быстро. Если там возникнет какая-то такая необходимость, естественно, еще и захватить по ходу, освободив Беларусь, захватить еще лукашенковский режим в плен, то есть поменяем потом на наших азовцев. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 20 січня, субота. Обов'язково підписуємось, коментуємо і ставимо лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.